Ты сказал, что ты не выходил из машины и сразу уехал. Вряд ли кто-то мог рассмотреть, кто сидел за рулем, а с камер тем более было не разобрать. Я скажу, что это я вела машину. Ты с ума сошла? Дай мне сказать. Да я тебе не позволю. Жизнь этой женщине мы уже не вернем. Мы можем только увеличить число пострадавших, начиная с нашего ребенка. Я женщина, и я в положении. Да нет. Нет, даже речи об этом быть не может. Даже не думай. Ты допросы, суд. Да ты немыслимо. Саша, пойми, то, что я предлагаю, это единственный выход. Послушай, это все... Ну, максимум мне дадут условный срок. Саша, я тебя очень люблю.